Ух ты, ух ты, да ты кто, да ты кто? Тихо, 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 куда ты? Ну. Всем привет, друзья. Решил приехать вечерком на прудик. Знакомый, которому уже был неоднократно, ну, правда, в этом году еще не был, поэтому решил проверить, как тут в этом году клюет, что клюет. Вот, и под вечер приехал помармышить. Сейчас разложу свой чудо-спиннинг и начнем. Так, ну вода прибавилась в этом году. Пока, может, еще, конечно, уйдет. Здесь уже кто-то сидел. Неплохие подходы в том году. Здесь все было в камышах. В этом году открыто. Так, ну что, раскладываем и попробуем что-нибудь поймать. По снастям. Все тот же Blackadder 0,5 1 грамм, катушка Ryobi Spiritual 500, шнур 0,05 Ксадака и мормышка 0,3 с приманкой Polaris Crazy Fish. Начнем. Ага, поклевка. Рыба активная, тоже радует. Я как раз встал с подветренной стороны. Как он, видите, везде ветерок. Ага. Клюет кто-то небольшой. Ага, никак не зацепится. Ну как это, что-то красноперка, что ли? О, есть. О, что делает? Это кто у нас такой? А это наш друг, полосатик. Резкий какой-то был, друган. Вот такая красавелла. Ну-ка. О. Иди гуляй. Хороший клев. Потому что до этого был на другом водоеме, вообще тишина, ни одной поклевки. Ну а здесь прям только закидываешь. И сразу не засыкается. Довольно-таки далеко улетает, но не знаю сколько. 15 точно есть, 20 метров, наверное, летит. По ходу дела попробуем другие приманочки. Так, работать смотрю. Есть. Ух ты. Ух ты, что там у нас за боец? Ух ты. Опять полосатый, друг. Активная сегодня. Так, отдай приманку, не жадничай. Беги. Ну что ж, хороший клев. Я рад. Ага. Только прям выпускаешь сразу по клевке. И ах ты.
Сошла. Почему-то не подсекается. Маленький, наверное. Такие микроудары. Все в руку отдает. Паузу делаешь. Сразу ударчик. Но пока не очень крупная. Рыбу на поверхность вот так закидываешь и сразу следует удара. Ага, вот кто это. Вот кто это. Это уклея совсем маленькая. Вот она и сразу бьет при падении мормышки. Мормышка даже не успевает падать, она сразу атакует. Сейчас попробуем какую-нибудь другую приманочку поставить. Так, друзья, поставил мормышку 0,2 и наномину от Crazy Fish. Смотрим, как он будет работать здесь. Ну, пока ощущается, что на наномину заметно поклевки хуже, чем на Polaris. Не засек. Это опять уклей баловец. Но тем не менее тоже есть. Пока просто никак не подсекется и летит он прям хорошо. Наверху орудует уклейка. Вот прям проходишь ее слой верхний. И поклевки прекращаются. А на нижнем. На нижнем ярусе, так скажем, активничает окунь. Пока не видно красноперка, которая здесь есть 100%. Ну и плотва тоже должна быть. Так, снимаю наномину. Не очень мне понравилось, как он работает. Ну, возможно, только на этом водоеме. Сейчас что-нибудь еще поставим. Ставлю такой типси 1,2 в кислотном цвете. Посмотрим, как он себя проявит. Угу. Поклевки. Мелкие-мелкие поклевки. Угу. Это что-то. Это опять уклей. Попробуем чуть пониже опустить. Есть. Ёх ты, как сопротивление. А вот она. Вот она, красноперка, друзья. Совсем маленькая. Я ее ждал. Вот такая малышка. Мини. Ждал я ее. Потому что здесь ее здесь много. Вот и типси сработал. Сверху клея. Она даже срывается с крючка. Есть, 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 есть. Уклея.
пока что-то мелкая рыба, не знаю. Крупная, может, еще не активная. Ну, пойдемте вон туда сходим, посмотрим, что там у нас. Как будет. Хорошо, весь берег открытый. В том году, конечно, было заросшее все. Здесь даже сидел. А, тут, скорее всего, ходит со спиннингом, наверное, тоже кидает. Угу, сразу по клевке. Есть, 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 попалась селедка. Вот видите, как она совсем маленькая, еле засекается. Ну, друзья, что-то там. Ух ты, ух ты, да ты кто, да ты кто, ух ты, ух ты, это у нас, друзья, матрос такой, неплохой, красноперый, видите, какой красивый, беги, взял, ну вообще красота сегодня. И клев есть, и погода хорошая. Ветерок небольшой, но с поветренной стороны прям стал вообще комфортно. Волны не мешают. Сразу поклевочка. Так, ну что, попробуем опять здесь. Сразу клей атакует в верхних слоях воды. Ух ты! Чуть не взяла. Пробуем активной проводкой.
Ага. Ух ты. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Это хорошая красноперка. Хорошая красноперка. Эх ты. Такая вот. Красавица. Снова попался на типсе. Беги. Кстати, с активной проводкой вот, взяла вот такая вот. Сейчас попробуем еще. Хочу сейчас поставить вот такого вот искусственного мотыля. Прям насадить, я не знаю. Пару штук, что ли. Проверить, как будет работать. Вот так вот. И проверим. Они есть, есть, ребята, есть. Ну, что-то неплохое. Что-то неплохое. Что там у нас? Кто там у нас? Полосатик все-таки среагировал. Зря я так мотыль сразу. Вот он такой, малыш. Работает и мотылек вот такой. Точнее, три мотылька. Искусственный, ну тоже с каким-то аттрактантом. Если ты вообще зимний мотыль зимой покупал, положил. Не работает, работает. Да, отлично клюет. Я положил его в коробку с мормышингом. Проверить. Ага, почти. Ух ты. Тихо, тихо. Все слетело. Было три, стал один. Ну-ка сейчас посмотрим, на один будет брать или нет. Нет, один вот слишком мало. Сейчас еще. А, все уже. И один слетел. Ну, в принципе, рабочий, отлично. Отлично. Так, сейчас что-нибудь еще посмотрим, что у нас тут есть. Что у нас тут осталось? Типси был. Так, еще есть вот такая вот. Это называется тоже Crazy Fish. Glade. Такой вот. Точнее, не Glade, а Glader. Тоже 1.2. Glader. Сейчас его проверим. Тоже такой в кислотником цвете он у нас. Так вот. Ну, глейдер. Сейчас посмотрим, что это за глейдер. Да, и на него берет без проблем. И он работает отлично. У меня вскоре придут, наверное, на этой неделе приманки новые, я там заказал. Парень сам делает ВКонтакте. Выливает их. Все такие для мормышинга. Придут как раз и проверим. Там много разных. Прям большую заказал. Такую партию по. Там пачек 10, наверное, больше разных.
Интересно будет попробовать, как это все работает. Как придут, обязательно. Да, может, даже сюда и приедем. Посмотрим. Пока такая, в основном мелковатая рыбка поклевывает. Ну, конечно, еще не совсем сезон. Кто-то не рестится, кто-то какие-то еще дела. Это, конечно, да, уже ближе к лету, я думаю, разыграется. Да и не то, что к лету, тут сами видите, наверное, у всех в регионах холодно. У нас тоже ночью до 0 и до минуса даже доходит. В днем выше 20, наверное, не поднималось, но я имею в виду не на солнце, а в тени. Холодно. Ждем тепла. Тепло будет, рыбка. Я думаю, что немножко разыграется. Ну, что-то глайдер так себе. Не хочет на него активную рыбу брать, как на другие. Вроде поначалу какая-то была активность. А сейчас вот проводка и тишина. Может, цвет кислотный, не знаю. Хотя на другие в таком же цвете брала. Ну ладно. Есть вот такой вот еще искусственный мотылек обычный. Вот в этих. Смотри, где-то я покупал уже, даже не помню. Да, с Алиэкспрессом, да. Вот такой вот. Баночки. Попробуем сейчас его прям вот так вот возьмем. Вот так вот его отщепим. И насадим. Так он, конечно, жестковатый, дубоватый. Но тем не менее попробовать надо. Ага. Кто-то на него взял. Хорошая красноперка опять. Работает. Китаец. Работает. Это такая, ну как хорошая. Небольшая. Для этого пруд нормально. Работает. Ух ты! Ух ты! А кто это там у нас? Тихо, куда-то. Ну. Кто там у нас? Ух ты! Это плотва, ребят. Вот он бонус. Вот он бонус. Ну такая ладошечная плотва взяла все-таки. Ну что, всех рыб я сегодня поймал. Беги. Вообще круто. Круто. В конец все-таки плотва взяла. На дальних рубежах он там закинул. У берега что-то пока нет. Класс. Ну как тут уедешь вообще? Как тут уедешь такого клёва? Хорошо натащила. Так, все, друзья, буду уезжать, становится уже плохо видно, да и в принципе уже наловился. Ну, как бы вот такой вот получился хороший вечерок, отлично помормышил, проверил приманки, половил рыбку, в общем, получил массу удовольствия. Всем спасибо, ребят, кто смотрит. Всем пока, до новых рыбалок.